Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 253. Нам нужно заполнить таблицу. В первой строке таблицы нам должны даны значения x. Во второй строке мы должны найти значение выражения x плюс 4, если x равняется 6. Вместо x подставляем минус 6. 4 плюс минус 6. Давайте запишем чуть ниже. Первый пример, и тогда будет понятно, как решать. Можно опустить скобки, написать выражение без скобок. Тогда будет 4 минус 6. 4 рубля у нас было, 6 рублей мы потратили. Значит, мы еще 2 рубля кому-то должны. Минус 2 получится. Дальше следующее. Значение x это минус 4. 4 плюс минус 4 или 4 минус 4, что одно и то же. Это будет 0. Дальше подставляем минус 2. 4 плюс минус 2, то же самое, что 4 минус 2, это 2. 0 подставляем вместо x, получаем 4. 4 плюс 2, следующее значение x, 2, будет 6. 4 плюс 4, 8. 4 плюс x, 10. Выполнили задание 253. Ну а если вам понравилось видео, смотрите остальные решения. На нашем сайте есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.